Интерес к истории всегда в актуальной социальной повестке, особенно на Кавказе, где каждый народ отличает особое трепетное отношение к корням. Представители многих осетинских фамилий в целях увековечивания памяти рода стали издавать книги с фамильным древом. Фамилия Гаглоевых не стала исключением. Идея воплощения родовой летописи в книге принадлежит писателю Анатолию Гаглоеву. В нелегком труде существенную поддержку писателю оказывает северостинская журналистка и писательница Цераса Гаглоева. Представители фамилии Гагловых внесли достойную лепту в историю своего народа, и чтобы не предавать это забвению, история фамилии должна обязательно найти отражение в книге. Именно эти соображения привели меня к мысли о необходимости написания книги, говорит писатель. Выборс историк-то, археолог-то, Невгенджа-то, Айвадыкуш-то, выборс нами, выборс, не? Это Яхада Грутин, это Гафиз, это Никола, Таурбек, Владимир, Хаудон, Сахада Гзина, Налысты, Мартырух Сагуэт, Камисты Сызгарин Талата Суажат, Хаудон, нам тама хабу кудыкэнам, Фалеса Райсон, чир кудыкэна, дезардыкэнам, чины куам, У фамилии Гаглоевых богатая история, она известна и на юге, и на севере Осетии. Среди представителей фамилии много знаменитых и доблестных людей, не раз за историю нации, прославивших не только свой род, но и родину в целом. Мама, чьи фаллуя скохчи на дравдиста, чьи то бину тыхсен. Махр мастер мене куфиссем профессор тыл академик тыл. Мед уши чине гузени хавта дуар табунев каста. Не фала елку нефиссем хабун чьи нехсен. Чьи мене кестерте, мене нахистерте. Хаутон улку нефиссем. Увед уши чине генис бендур, умен нис фиден. По словам автора, кроме исторических данных, в книге будут использованы и нематериальные ценности народного творчества, рассказы, невыдуманные истории и воспоминания. Гоглой это бира таурахтанами, бирам бисантанами. Маса шабырай зарзынен, мана бира таназонен свала дарми как-то идар, савы заркалюта, савы гоглой. По крупицам собирается информация и выстраивается генетическая ветвь фамилии, которая корнями уходит в глубину веков. Авторы книги в поисках материалов разъезжают по селам и местностям, где в разные исторические периоды проживали Гаглоевы. К этому времени удалось собрать достаточно материалов, но, по словам составителей издания, им важно по возможности охватить большую часть представителей фамилии. Мох сагатай махусарай уже бира хазар то дестем гаглуйтем. Мам чи дарит тар гаглуйтай хусе. Хаудон ку базмалик кой ма ку захик кой ма юран крум бердуай кам ю дуа хат дар. Уат тар сан фисик кам кам диктафонал кам так у хай фисик кам мастя дус фисат амах уже сан кудым бала хафта сан фисам. Мам баку самсал сисам кам та. Тираж книги из более чем 500 страниц предварительно составит около 1000 экземпляров. Моя махур кандистам Ростова иллюстрированный узенимер бира федабуни, бира федабуни, улкусанкавы. Меня оргдар зона, авто гетел филдарк оттарей, 2 миллиона хастек. Мои гаглутами каган, мои харсчисел, меня хистерта, назаратта, на хадунене левар кандистам мах. Стеват на Кад мое загонирен, мене нам калюта чисты, удонен дарей, рацистам, возьма самуа. Книга, по словам Анатолия Гаглоева, рассчитана на широкий круг читателей и представляет интерес не только для представителей фамилии Гаглоевых, но и нации в целом. Агунда Губозова, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня.